English. What about you want to talk together? Okay, you may speak Russian if English is not convenient for you. I don't know what is this Russian language. Okay, you. Okay, doesn't matter. You may speak Mova. Mova. Здравствуйте. Hello, hi. Откуда будете, если не секрет? Донбасс. Донбасс? Подконтрольный или ДНР? ЛНР. ЛНР, понятно. А кого ищете в рулетке? Просто... И здесь, на этом перекрестке... Вы откуда будете, если не секрет? Любовь. Ну да, блогер небольшой, а вы? Бил. А, понял. Не, я не блогер. Я понял, что со Львова не блогер. А о чем беседуете в рулетке? На какие темы? Разные темы обсуждаем. Понятно. Какие-нибудь вопросы есть ко мне? По тем, ну вот, по истории, по политике, есть вопросы? Ну, давайте по политике. Зачем вам Крым? Мне Крым не нужен. Вы России. А вы не русский? Я русский. А вы знаете разницу между русским и россиянином? А вам Крым... Извините тогда. Русский это национальность, россиянин это гражданство. Россиянин это гражданство. Ну да, в принципе. Где? Да, я вообще-то из города Торонто. А вы ловите как у кого-то может? Ловлю, да. Угу. Каких-нибудь собеседников под запись? Я видел, вы общались с Кибичевым. А, ну я со многими блогерами общался. Если вы общались с Кибичевым, у вас такие блогеры. Я со многими блогерами общался, в том числе... Я видел вас, много ваших голиков. Я видел полно ваших голиков. Вам нравится уже этот ваш блогер Кибичевым? Ну, я с ним мало общался, чтобы вы сделали как раз. Я общался больше с вашими блогерами по времени. Если видели, так зайдите на канал, дайте вам название канала и посмотрите общение с блогерами, с вашими украинскими, например. Я видел ваш канал, я... Да, конечно, гражданская война. Ну, весь мир так считает, кроме самой Украины. Украине выгодно считать же. Ну да. Знаете, чем определяется критерий, гражданская война или не гражданская война? В принципе. Граждане одного государства. Гражданская война это когда одна часть граждан борется с собой за власть. Нет, почему за власть? Война за власть, извините. Ну, не обязательно за власть, за территории можно. У вас идет война за территории. А за что? За территории. Ну, гражданская война за территорию. Конечно, это чаще, чем за власть. Это ж не важно за что. Я вам начал объяснять понятие гражданской войны. Гражданская война или не гражданская война определяется не то, за что воюют, там за территории, там за... место под солнцем, а кто воюет, контингент какой. Если с обоих сторон контингент, в большинстве с собой это граждане одного государства, либо носители одного... Слился. И здесь, на этом перекрестке... Ну что там, ваша намечается какая или что? Или у вас стрим? А? Стрим, нет? Стрим? Да. Он все полезный. Вопрос можно задать?
Ну, это называется, по-моему, свап-видео. То, что вы пытаетесь... Можно, пожалуйста, без словами? Просто я даже знаю, моя мама, скорее всего, без словами. Что ты? Что? А при чем-то ваша мама? Ну, я интересуюсь, сколько вам лет. Какая разница? Я же, наверное, пограмотнее, чем ваша мама. Ну, понятное дело. Вы... Так. Меня Олег зовут. Ласка. Олег. Очень приятно. Очень приятно. Да. Вы откуда будете, Саша? Вы же видите откуда. Я не вижу. Так написано только Украина. Город? Так. Не написано. Запад. Туда. Все, теперь понял. Я буду город Торонто. О чем беседуете в Руле? Ну, о чем? Кроме политики, обо всем. Ну, какие есть вопросы, спрашивайте. Ну, так, мне особо вопросов нет, мне просто пообщаться с человеком. Понятно. Ну, ладно. Тогда заходите на мой канал, называется Дзен Клуб. И здесь, на этом перекрестке... Мара, я не знаю.